Чем занимался Владимир Иванович? Лежал. Воды принес холодной. Ноги помыл. Поел икры кабачковой. И корку я тоже люблю. Ну да. И молока все попил. Правильно, все правильно. И молочком все это придавить. Вот как курить бросится. Да как все. Берут и бросают. Че, куда пойдем? А? Че, зажигалочка? Держи. О, девчонки, привет, привет вам. Как дела? Спасибо, ничего, нормально, вы еще тут? Ясно, да, я хотела это, ротун взять, я ее там нет. Не ротун, а доширак. Кирунь, как делишки-то? Нормально. Че там прикупила? Вот. Бубльгум? Да. Это. Че новенького у вас? День рождения вот готовимся. У Киры? Ну да. Точно, 30-го. Ты же говорила, да. Мы хотели, ну мы с Катюшей договорились уже. Кафе Катюша? Да, на 5 девочек она. Тетя Лена говорит, это мой подарок вам будет, ладно, уж не оплачивайте. Помещение вам предоставляют, значит? Да, помещение, да. Здорово. Ну и там нарезку, то того, то. Молодцы. Готовую, там, такую. Пригласишь нарезку. Подружек, а, Кира? Угу. Одноклассниц? Молодец. Так. Так что 28-го, она на 28-го. 30-го она не работает или 29-го у нее там помины какие-то, не знаю. А 28-го, говорю, ну пусть 28-го, что теперь. Ладно, говорю, а 30-го уже сходим куда-нибудь, угу. На площадку куда-нибудь поиграешься. Так, ну что, а еще хотела, знаешь, что? Может, кого-нибудь найдем, это кран поставить, не поменять. А то у меня этот кран все. Не сегодня, завтра слетит. Поменять кран. Да, я же заказала кран, он пришел с Озона. Озоновский? Да, с нагревателем пришел. Ага. Вот. А мне теперь надо, чтобы кто-нибудь вставил, поставил. Мастера найти. Да, поставил. Сейчас что-нибудь будем думать. А так все, ничего, что-то нового. В день рождения, вот это готовимся и все, а так ничего больше. Каникулы. Ну да. Спим. Балдеет. Спим до скольки хотим. Да. Ложимся во сколько хотим. Не, ложимся вовремя. Не, вовремя. В 10 уже спит. Молодец. Режим не хочу сбивать, а то потом трудно будет. Все правильно. Нет. В 10 уже у меня отбой. Нет. Редко когда там до пол 11. В парк пойдете? Ты меня достал уже. На горке, наверное, жара. Да, на качели. Я тут хоть каждый день не вылазил. Да понятно. Ну сегодня у нас не так жарко, вроде сейчас уже. Но все равно душно. Вечерком, да. Душновато, но нормально. Пойдем. Да сейчас. Ты хоть привет передай. Всем подписчикам. Ух ты, да. Всем... спасибо, да? И вам всегда и всем привет передают. И в комментариях пишут, да, всегда привет. Всегда привет вам, девчонки. Теперь салфетку доставлю грязную. Ну, будем думать сейчас что-нибудь с краном. Ну да, с краном. А днюха 30-го, да? Да. Но мы 28-го будем. Отмечать? А, еще да. Кафе? Еще да. Еще хотел у тебя это просить, если будет это, не знаю, знаешь, это медведь, сколько он стоит. Большой медвежонок? Да. Ну вот, нет, вот этот, что приглашают его поздравлять. Я понял. Ты узнаешь у нас тут сколько чего? И кто этим занимается? Трешка, по-моему. Трешка? Да. Казарина, по-моему, есть. Приезжают. Да? Найдем номер, если надо. Я да, попробую узнать у них, что почем. Да, узнать. Там, по-моему, на полчаса они или на час. Или не даже знаю меньше. Точно. По-моему, на полчаса. Полчаса, да? По-моему. Ну, я что-то тоже. Там как договоришься, скорее всего. Не, можно, ну, наверное, там, меньше. Там где-то я видел, писали бы объявление. Трех это в любом случае. Ну, не знаю я сколько. Я вот хотела узнать сколько.
подарки. Там есть белый медведь, есть бурый. Вот, да, вот этот белый. Есть еще какие-то ревва. И вот этот медведь. Костюм ревы, да, еще там кто-то был. Вот, а то я где-то скидывала, наверное, не в этом телефоне. Объявление. До парка дойдем. До парка обязательно дойдете, мимо не пройдете. Мимо не пройдете. С тобой и с мамой. Не, Саше некуда. Саша пока не пойдет сейчас. Саша занят. Саша как-нибудь приедет, да. По возможности к вам обязательно тоже в гости. Приезжай. Мы всегда рады. Ты сейчас поговори. Ага. Сейчас поговори. Дай денег, Сахбас. Пойду кошку попью. Давай, Владимир Иванович. Ты поговори, и сейчас. И что? Оль, на, возьмешь что-нибудь, тоже купишь. Кири, давай. Мороженое. Да, зайдем в новое. Пирожное. Не, она вот это мороженое ей покупает. Во. Панду. В ларьке, да? Да. Во. Она кота ела. Второй год уже у нас. Панду ела, да? Варек с мороженым работает. Да, а, что, Владимир Иванович? Ну, сигареты дай денег. Нет у меня больше. Больше нету, дядь Вов. Сигарету дашь? И курить. А, курить есть. Вот так вот. Так что так, ничего, потихонечку. Все. Дай, дай. Все у нас всегда как хорошо, дай. Молодцы, дай Бог. Так что вот так. Всем привет, всем большой привет. И вам всем тоже всегда большой пока. Привет. И всем пока. Пойдем? И всем пока. Давайте, девчонки. Всего доброго. Так, иди. Пока-пока. Мама с дочей пошли. Всем добра, друзья. Едем дальше. Не забываем про Телеграм, Инстаграм, ВК, Одноклассники. Все ссылочки здесь на главной. В описании, в шапке профиля. Присоединяйтесь. Всем рады всегда. Спасибо.